Модульные здания, каркасное деревянное домостроение и геодезический купол. Это не полный список строительных технологий, которые удалось внедрить за последние годы на территории Якутии. И во многом они себя оправдывают, ведь в далеком арктическом поселке не возведешь 9-этажный панельный дом. Слишком низкая плотность населения, да и везти материалы будет невероятно дорого. Что же необходимо для успешного внедрения тех или иных строительных проектов? Постараемся узнать. В эфире «Квадратный метр» – программа не только о строительстве. Смотрите сегодня. Использовать легкие конструкции оказалось невероятно сложно. Почему дома из ЛСТК, построенные в Жатае, не грели жильцов? Подробности в нашем материале. Сложно ли внедрять строительные технологии в Якутии? Об этом поговорим с гостем «Квадратного метра», министром архитектуры региона Верой Кузаковой. Подвести коммуникации, закупить медицинскую технику. Жители Ленска ждут завершения строительства современной клиники матери и ребенка. 2014 год. Жильцы аварийных домов получают в Жатае ключи от новых квартир. 90 семей смогли переехать благодаря программе переселения. Два трехэтажных дома на улицах Северная и Матросова стали одними из первых жилых зданий, построенных из ЛСТК – легких стальных тонкостенных конструкций. Раньше подобную технологию в Якутии не применяли. Ждались долгожданная квартира, долгожданное новоселье, поэтому очень рады. Строительство из легких стальных конструкций началось еще полвека назад в Канаде. В России эту технологию используют последние 10 лет. Дома из ЛСТК обладают множеством преимуществ. Среди них экологичность. При возведении происходит минимальное воздействие на окружающую местность. Отсутствие тяжелой техники во время строительства, а также легкость и простота монтажа. Здание можно полностью построить за один год. Кроме этого, материалы для строительства объектов из ЛСТК производятся в заводских условиях и поставляются на площадку в виде готовых комплектов. Несомненным плюсом, особенно для Якутии, является удешевление транспортных расходов. При использовании ЛСТК не придется переплачивать за доставку. Идет удешевление самого объекта строительства. То есть если строить в арктических улусах, в отдаленных от центральной Якутии, то там, если строить по традиционной каменной технологии, то стоимость намного выше выходит, чем по данной технологии ЛСТК. К сожалению, все эти преимущества не удалось адаптировать для Якутии. Жители домов, построенных в Жатае, с наступлением холодов начали замерзать. Температура в квартирах оказалась рекордно низкой. Обследовав дома, застройщик решил улучшить цокольную часть домов, сделав опалубку, которую заполнил утеплителем. По нормам Санпин температуру порядка 20 градусов, к сожалению, не достигли, поэтому мы еще дополнительно добавили радиаторы первых этажах, в квартирах первого этажа. Уже летом пришлось дополнительно утеплять фасады домов. На этом проблемы не закончились. Несмотря на все старания, продолжали замерзать жильцы первых этажей. Все работы застройщик выполнял за свой счет. По цене оно у нас, к сожалению, получилось с учетом вот этих все исправлений, дополнительных утеплений, дороже, чем каменное строительство, которое мы здесь вот в Жатае построили. Сотрудники местных научных институтов подчеркивают, что застройщик использовал проект, который применялся в центральной части России. То есть технология ЛСТК не была переделана конкретно под Якутию. Необходимо было следовать четкой схеме внедрения. Разработка, адаптирование, экспериментальное производство, испытания в натурных условиях и лишь тогда начало строительства полноценного объекта. Закупающий новую технологию, он считает, что он может справиться легко. На самом деле, не вкладывая в научно-техническое сопровождение, вряд ли можно получить большие и быстрые успехи. В апреле этого года на заседании научно-технического совета Минстроя Якутии была озвучена главная причина нарушения теплового режима. Дома в Жатае продувает из-за неплотного примыкания теплоизоляционных материалов к каркасу. Летом, прибегнув к помощи ученых и все детально просчитав, застройщик снова утеплил дома. На этот раз окончательно. Надеемся, что вот нынче у нас эта проблема уйдет. Но мы находимся на острие проблемы. Во-первых, течи по зданиям уже не должны быть.
потому что это дополнительный источник тепла. Значит, все сети надо выводить из-под здания, потом сохранять вот этот теплоизолирующий слой. Сегодня ученые, застройщики и сами производители ЛСТК говорят, что в первую очередь должен быть научный подход при строительстве. Так можно вообще дискредитировать технологию. Хотя мы знаем, что вот такого типа здания, канадская деревня у нас известная, да, она уже более 20 лет эксплуатируется и довольно эффективно. И тесная работа с проектными институтами уже дает положительные результаты. В прошлом году мы получили техническое свидетельство Минстроя России, которое вот уже подтвердило о том, что технология ЛСТК применима для территории нашей республики. Застройщик дает 100% гарантию, что нынешнюю зиму жильцы домов на Северной и Матросово проведут в тепле. Эта ситуация показывает, что к строительству любого объекта нужно подходить с разных сторон. Несмотря на проблемы в утеплении жатайских домов, несомненным плюсом станет то, что в будущем при возведении зданий из ЛСТК учтут опыт Жатая, и подобных просчетов больше не будет. Вера Алексеевна, ну, первый вопрос коснется вообще технологии ЛСТК, когда ее решили внедрять в Якутии. И чем было вызвано именно внедрение этой технологии? ЛСТК конструкции мы начали применять, начиная отрабатывать эти вопросы с 2012 года, когда встал вопрос о том, что необходимо строить малоэтажное жилищное строительство в первую очередь. И быстро возводимые, то есть для того, чтобы ускорить строительство, уменьшить стоимость квадратного метра, с этой целью начали отрабатывать именно конструкцию ЛСТК. Но я, насколько знаю, кроме домов из ЛСТК строят же еще и социальные объекты. Совершенно верно. У нас в республике мы построили несколько детских садиков, и там вот как раз мы и отрабатывали, ликвидировали так называемые мостики холода, и детские сады функционируют на сегодняшний день успешно, хорошо показали себя в процессе эксплуатации, надежно, тепло, удобно, уютно, и проектируем и школы, поэтому здесь не только жилье мы строим. Некоторые научные институты высказывают мнение, что технология ЛСТК не совсем подходит для Якутии, именно для климатических условий. Вот что вы думаете по этому поводу? Что касается ЛСТК, были проведены соответствующие испытания. Это на базе нашего университета в части их надежности, значит, упругости, и растяжения и так далее, характеристики. В каких-то районах, в каких-то населенных пунктах, отдаленных, там, где сложна транспортная схема, там надо, конечно, принимать какие-то вот решения, чтобы можно было бы в короткий летний период построить сооружение, что будет это или жилой дом, или детский сад, или школа. Ну, во всяком случае, строительство должно быть какого-то объекта. Поэтому говорить однозначно, что это не подходит, это нельзя. Здесь надо подходить комплексно, рассматривая и транспортную схему, как я уже говорю, и материалы, и необходимость данного объекта. Ну, теперь давайте немного обобщим, давайте поговорим вообще в целом о строительных технологиях. Насколько вообще сложно внедрять те или иные технологии в Якутии? Вы знаете, в строительстве нет такой технологии, которая бы сразу зашла и бы работала бы. У нас даже окна из ПВХ, которые внедрялись и устанавливались, это тоже был период преодоления проблем, потому что и монтажные швы промерзали и так далее. Выбирали, значит, точку росы, чтобы уйти от точки росы, выбирали расположение этого окна, значит, двигали или вовнутрь, или внаружи. Поэтому все это было. И поэтому в строительстве нет такой технологии, которая бы сразу зашла и была бы успешна. Любые новые материалы, они должны иметь свидетельство, техническое свидетельство. Техническое свидетельство получить можно только при наличии всех испытаний. Это и прочностные характеристики, и, значит, характеристик самого материала, и испытания на огнестойкость. Это серьезные испытания, которые у нас в республике нет такой лаборатории. Поэтому любая, вот говорю, конструкция, она требует очень долгого периода.
Несколько месяцев остается до ввода в Ленске долгожданного социального объекта клиники матери и ребенка. Сейчас на объекте ведется внутренняя отделка. Бригады шпатлюют стены, проводят электричество, монтируют вытяжки. Снаружи готовят площадки под благоустройство. Клиника будет встречать посетителей с современным внешним видом. Каким он будет, видно уже сегодня. И само учреждение, и в первую очередь жилых домов рядом блистают готовыми фасадами. Сумма контракта составила 303 миллиона 670 тысяч. Эти средства предусмотрены в бюджете района, и надо сказать, что полностью финансируется объект за счет муниципального образования Ленский район. Строить клинику начали еще в 2013 году, но работы периодически останавливали. Требовалось время на решение сопутствующих проблем. Например, на получение квот для привлечения иностранной рабочей силы. Но больше вопросов вызвало подключение объекта к тепло- и водоснабжению. Объект огромный, вы сами видите, это 4 девятиэтажных здания, плюс наша детская поликлиника, женская консультация. Необходимо вносить изменения вообще в отопительную систему всего микрорайона. И такие изменения удалось внести. Ленское предприятие тепловых и электрических сетей заказало целый проект, согласно которому для подключения комплекса необходимо было провести дополнительные работы. Порядка 30 метров надо проложить тепловые сети к данному дому, построить узлы ввода. Глобальных проблем, таких, которые повлияли бы на подключение этого дома, практически я на сегодняшний день не вижу. На данный момент районные власти отрабатывают вопрос оснащения новой клиники. Они отмечают, что объект должен быть современным не только снаружи, но и внутри. К открытию учреждения на средства республиканского бюджета собирается закупить передовое оборудование для качественного медицинского обслуживания детей и женщин. Добавим, что согласно контракту клинику должны ввести в эксплуатацию к концу этого года. Любую строительную технологию можно адаптировать, и в Якутии есть конкретные примеры. 464-я серия. В народе эти дома еще называют КПДшками. Когда в 70-е годы прошлого века их начали внедрять, то строителям пришлось столкнуться с деформацией рам технического этажа и трещинами в балках. Или одна из самых популярных серий – 112-я. Возведение этих домов также началось с проблем. Трескалось тело бетона. В итоге проекты панельных домов, разработанных для центральной части России, переделывали под Якутию. Сегодня 112-я серия и КПД пользуются заслуженным доверием якутян. И со временем это ждет и технологию ЛСТК. Вы смотрели «Квадратный метр». До свидания.